Добрый вечер, уважаемые партнеры, уважаемые друзья, братья и сестры по бизнесу, ребята, сегодня 31 декабря 2012 года, и я хочу сейчас, без громких слов, без каких-то особенных острот, каламбуров и неожиданных словесных рулат, поздравить вас с новым наступающим 2013 годом. Я хочу вам по-простому, по-человечески сказать то, что я чувствую, то, что я знаю, то, во что я верю. Ребята, мы с вами впервые, поверьте мне, поверьте моему опыту и желанию оказать вам всяческое содействие. Мы с вами впервые, за многие-многие годы, возможно, для многих, попали в бизнес, который реально, реально, по-настоящему готов сделать нас чрезвычайно успешными людьми. Людьми, которые не на словах, не в мечтах, не бла-бла-бла, а по-настоящему, фактически, вживую способны зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. Мы попали с вами в бизнес, который реально, по-настоящему, может сейчас, очень быстро, перевести вас из категории нищий, в долгах, бедный, неуспешливый, несчастный, конченый, не верящий в себя человек из этой позорной категории, мы можем переместиться с вами за невидимую грань, где находится успех, свобода, процветание, богатство, счастье. Такой бизнес. Нам действительно с вами повезло. Продукт, компания. Ее выплатами, система, люди, которые вам помогают. Все это дает 100% уверенность в том, что мы на правильном месте. И самое главное, наш опыт. Почти 2-летний опыт успешного ведения бизнеса теми, кто начинал раньше всех, пионерами. Ребята, вам нужно только начать действовать. Я вас заклинаю всем, что во мне есть. Не ждите ничего. Приступите немедленно. Как только вы закончите праздновать, 1 января конец, 2 с утра мы начинаем. Начните 2 и закончите 31 декабря 2013 года безостановочное движение вперед. И вы ахнете, каких результатов вы достигнете. Вы будете ездить в совершенно других машинах. У вас на ногах будет абсолютно другая обувь, совершенно даже о которой вы представления сегодня не имеете. На ваших женах, на ваших близких людях будут украшения, о которых мечтают богатые люди. Вы будете жить в классных домах, вы побываете в разных уголках мира. Я в это свято верю. Я верю в то, что у нас будет городок в Доминикане, свой городок в Афай, где мы будем проводить спецтренинги для крутых, где будут потом отдыхать наши близкие друзья. Просто так, бросил ключи и пусть едет в Доминикан. Я в это верю. Я верю, что вы будете получать десятки тысяч долларов в неделю. Если нас сейчас десятки тысяч, к концу года мы будем говорить о сотнях тысяч, поверьте мне. Потому что все так сложилось. Потому что я знаю. Молитесь, просите Бога, чтобы Он вам помог. В одиночку очень трудно. Без Божьей помощи ловить нечего, ребята. И действуйте, пошите, работайте. Не тратьте ни одной секунды времени. Выложимся в 2013 году для себя, для своих близких. Выложимся для своего будущего. Сделаем, в конце концов, то, о чем мы мечтаем. О чем так много говорили, о чем так много читали, о чем так много слышали на разных семинарах, во всяких разных возбуждающих видео и так далее, и так далее. У нас все это рядом. Все это реально. Я вас уверяю. Поверьте мне, поверьте. У меня нет никакой другой цели, кроме помочь вам преуспеть. Я точно знаю, 2013 год будет у нас очень удачным. Мы только начинаем. Все люди, которые думают, что они опоздали, что надо было начинать раньше, вы заблуждаетесь. Мы только начинаем. Мы только начинаем. Нас всего 50 с небольшим тысяч людей, а вокруг миллионы автомобилистов. Даже одни эти цифры просто вводят в состояние ступора от удивления и от ощущения безграничных возможностей нашего бизнеса. Ребята, мы разбогатеем страшно.
Следите за своим здоровьем. Берегите себя и своих близких. Будьте с ними нежными, будьте с ними добрыми. Простите всем, кому вы должны были все простить. Простите всех. Если вы не простите людям, которые вас когда-то обидели, у вас ничего не получится. Я вас прошу, простите всех. Скажите им, пойдите, скажите, я тебе прощаю, я прощаю тебе. Если вы кого-то обидели, попросите прощения. Если вы кому-то должны, в первую очередь отдайте деньги. Пусть 2013 год сделает вас сначала абсолютно чистыми. Если вы этого не сделаете, у вас не будет успеха. Начните с этого и работайте, 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 работайте с утра до ночи. Это будет в радость, это будет в удовольствие. Это принесет вам огромное наслаждение, потому что каждый день вы будете видеть рост. Потому что каждый день вы будете кого-то спасать, кого-то вытаскивать. У нас есть миссия, о которой вы даже не подозреваете еще, возможно. У нас есть просто благороднейшая миссия, мы ее выполним. Я вам обещаю. Я вам обещаю, что следующий, 2013 год, будет годом успеха. Он вам понравится. Вот увидите. И начнется он очень правильно. С самого главного. Он начнется 2 января с утра с работы. Сумасшедший, с невероятной, просто как ужаленный мы должны начать работать. Я призываю вас сделать 2013 год годом ударной работы, годом побед и невероятных рекордов. Пусть у нас посыплются, как из мешка новогоднего, жемчуги, сапфиры и бриллианты. О платинах я уже просто не говорю. 2 января вы на тренинге узнаете новости, которые вас порадуют. И мы стартанем. Итак, я поздравляю вас и ваши семьи с праздником. Желаю вам удачного года, желаю вам крепкого здоровья. Каждому из вас жму руку, обнимаю, желаю вам всего-всего самого хорошего. Пусть 2013 год станет совершенно праздничным, необычным, радостным и счастливым годом в вашей жизни. До свидания. До встречи на тренинге во вторник, 2 января. До свидания.